боги живут во всем. И во всем я вижу знаки перемен. Недавно ветер наполнился потусторонним холодом. Мой народ встревожен. А теперь огонь прожег облака, оставив на небе пылающий след. Я должен исполнить волю старейшин. Когда они хотят видеть, я становлюсь их глазами. Когда они хотят нанести удар, я становлюсь их кулаком. Когда они хотят, чтобы воссиял свет истины, я становлюсь факелом. Они отправили меня к месту, куда упал огонь с неба. Моя цель ясна. Я избавлю Тристрам от мертвецов, которых пробудил небесный огонь. Я нашел дядю Ли, Дикарда Каина, и спас его от короля скелета. Это последняя преграда на моем пути к упавшей звезде. Долгий путь, которому я следовал по воле богов, привел меня к истине. Теперь я знаю, что с неба упал человек, а не звезда. Он не помнит ни кто он, ни откуда. Возможно, правда откроется Дикарду. Тристрам в безопасности. Теперь я отправляюсь на восток, в великий город Колдей. Недавно он склонился перед волей одного из последних владык преисподней, Белиала. Я освобожу этот город. Перед смертью Магда предрекла, что ее господин, владыка демонов Белиал, будет править миром. Но этого не случится, пока я жив. Мы спасли мать Ли, ведьму Адрию. Она рассказала нам о черном камне души, с помощью которого можно уничтожить последних владык преисподней. Я найду его, и если боги будут благосклонны, он поможет нам в битве. Колдей свободен от власти Белиала. Остался последний владыка демонов — Азмодан. Его армия выступила из глубин Ариата. Только Бастион может сдержать ее натиск. Я не позволю разрушить эту крепость. В Бастионе уже достаточно спокойно, и я могу покинуть его. Пора выйти на настоящее поле брани, где осадные орудия Азмодана уничтожают разрозненных защитников. Мы разрушили демонические врата. Путь к Азмодану открыт. Он привел в кратер легионы демонов, которые берут свою силу из сердец греха. Я уничтожу их и убью Азмодана. Адрия предала нас и лишила жизни свою дочь.
В облике Ли возродился Диабло, став единым воплощением зла. И теперь с ним вся сила преисподней. Под его натиском содрогаются небеса, и ангелы в страхе отступают. Боги готовили меня к этому дню. Я убью владыку ужаса ради богов и людей. Диабло подавил волю небес и поверг ангелов в отчаяние, но я вернул надежду в их сердца. Тираэль пропал в царящем хаосе. Я продолжу свой путь без него и разрушу порталы Диабло. Диабло хочет осквернить кристальную арку на вершине серебряного шпиля. Я должен помешать ему, иначе небеса падут. Это наша последняя надежда. Мы с Тираэлем поднимемся на вершину и сойдемся в битве с владыкой ужаса. Я слышал об ангелах, спустившихся с небес на город Вестмарш и убивающих мужчин, женщин и детей. Но зачем им это? Защитники города не смогли дать им отпор. Но я сумею уберечь тех, кого еще можно спасти. Я убил Урзаэля и уничтожил жнецов. Жители Вестмарша могут начать восстанавливать город. Мы с Лоратом идем на Кровавое болото. Адрия там, и она знает, как найти Малтаэля. Когда она все нам расскажет, я положу конец ее существованию. Малтаэль не хотел, чтобы я попал в пандемоний. Чем ближе я к цели, тем он беспокойнее. Мой путь лежит через древнее поле битвы, где ангелы и демоны сражались с начала времен. Моя цель — крепость Пандемония, где меня ждет ангел смерти. Нефалем. Черный камень души. Уже направляется через портал в санктуарий. И он несет смерть твоему миру. Так завершится вечное противостояние. Нефалему удалось невозможное. Остановив саму смерть, он искупил грехи ангелов и спас человечество. И в тот счастливый миг победы я увидел Нефалема в новом свете. Он стойкий монах, защитник невинных, способный одолеть лучших воинов небес и преисподней. Но в его груди бьется смертное сердце, в котором однажды может поселиться зло. Хватит ли у него сил выстоять, когда этот день придет? Или он принесет нам гибель.